1727 год. 24 мая в местечке Сетбери, графство Саффолк, в доме собрания членов секты независимых был крещен пятый сын Сукончика Джона Гейнсбора по имени Томас. Сетбери был одним из тех восточных шотландских городков, в которых Эдвард III поселил фламандских ткачей, с тем, чтобы они научили своему искусству его подданных. И древнее производство расцветало. О Джоне Гейнсборо отзывались как о человеке приятной внешности, хороших манер, особенно аккуратном в одежде, добром горожанине, старательном мастере и честном торговце. А его жене по имени Мэри Барроу известно только, что она была исключительной хозяйкой и обладала изящным талантом рисовать цветы. У них было 5 сыновей – Джон, Хэмфри, Матиас, Роберт и Томас, и 4 дочери – Мэри, Сусанна, Сара и Элизабет. В саду пахнет сливами, мокрой землей, укропом. Капли дождя на овальном кусочке стекла, как маленькие раковинки, переливаются светло-зеленым, лиловым, голубоватым. Томас внимательно смотрит, слегка наклоняя свое зеркальце в разные стороны. Дождь на стекле уже высох. Счастливый, с лукавым лицом возвращается он домой, перепрыгивая через дождевые ручейки. В маленьком детстве своем он открыл королевство зеркальных картин, влажных, блеклых, серебристо-зеленых. Прохладно. Поежившись, Хамфри, Роберт и Томас торопятся в школу. В это утро с ними идет и отец. Томасу немного страшновато. Он-то знает, почему его вызвали сегодня мистер Хамфри Барроу. Хоть он и приходится Томасу дядей, но сегодня трудно рассчитывать на ласку. Дело в том, что вчера Томас подделал записку с просьбой дать Тому каникулы и подал учителю от имени отца. Как обнаружили этот обман, Томас еще не знает. «Посмотрите, с каким совершенством подделана подпись». «Принеси-ка свой альбом», — обращается к Томасу учитель. Томас стремительно выбежал, влетел в класс и мигом погрохотал по лестнице вниз. Вот. Мистер Барроу медленно перелистывал рисунки Тома и любовался. Отец потеребил сына за плечо. «Слышишь, Том, ты будешь гением». А Том хотел на каникулы. Он думал о графстве Эссекс, обозначенном на карте белым пятном. Англия – теплая, холмистая, зеленая, пересеченная тополями и дорогами. На душе у Томаса легко и тревожно. Легко, как всегда в дороге, тревожно, как тревожно в начале пути. Впереди целая жизнь. Осыпается черешневый сад, прощай, Сетбери, черепичные крыши. В небольшом экипаже рядом с Томасом его жена Маргарет с маленькой дочерью Мэри. Ей еще нет и года. Томасу 21, Маргарет 20. Деревенский парень, юный художник, едет в город, туда, где счастье. «Трудно будет тебе, Томас. Еще ты не знаешь, что 200 фунтов дохода твоей жены долго будут для вас единственным надежным подспорьем, что к тебе будут обращаться с просьбой покрасить двери и оконные рамы, заказывать картины со сливными скачками, что ты будешь с благодарностью принимать вознаграждение за труд свой от важных эсквайров и лордов, которые будут просто называть тебя «этот парень Гейнсборо». Как прекрасна Англия за окном, просторная, травяная, укутанная лесами. Как прекрасна Англия на картинах. Медовые купы деревьев высятся по долинам, зубчатые башни, руины и замки, стада и пески, и охотники в красном. Большой знаток живописи, с которым Гейнсборо познакомился недавно на этюдах, мистер Керби, был одним из первых людей, которые заинтересовались талантом Томаса и высоко оценили его. Керби отдал своего сына в ученики Гейнсборо. На такое доверие Томас не мог не ответить своим сердечным расположением. Оба страстно любили искусство. 1774 год. Гейнсборо в Лондоне. На королевском троне Англии Георга II сменил честолюбивый и неуравновешенный король Георг III Стюарт. В парламенте у него есть опора в лице королевских друзей во главе с Уильямом Питтом. Представители молодой буржуазии объединяются в партию вигов. Сторонники монархии в партию Тори, которая будет принадлежать и Гейнсборо. Несколько лет назад, когда сэр Джошуа Рейнольдс создал Академию художеств и стал ее первым и бессмертным президентом, в число академиков был избран также и Гейнсборо. Девизом Георга III было
помощь, покровительство и содействие грации. Это было время, когда в главном в обществе было искусство приличий, когда все грани человеческой жизни становились искусством. Умение грациозно стоять и ходить, умение красиво построить фразу, умение спорить. Это было время, когда среди молодежи было принято задавать себе строгий или легкомысленный тон поведения на день, на вечер. И искусство быть печальным ценилось так же, как искусство быть щедрым. И Гейнсборо чувствовал и выразил в своих картинах все внешние стороны этих приличий. И в то же время искренность и чистота его образов явились прямым укором великому искусству притворства. Его заметил король, пригласил в Букингемский дворец. Он писал короля Георга, он писал королеву Шарлотту. Он писал трех принцесс, он работал в Виндзоре. Он стал любимцем всей королевской семьи. Гейнсборо в зените славы. Дни стояли удушливые. Дни, когда почти не чувствуешь времени года. Когда цветение лета, зелень, плоды, земля. Все покрывается матовым, желтым налетом не пыли, а какой-то глиняной пудрой. В золоченой карете, сопровождаемой слугами, в шитых ливреях, сэр Джошуа приближался к Сент-Джеймскому парку, близ которого, в доме Шонберга на Пэл-Мэл, умирал Томас Гейнсборо. Рельнец подъехал к дому. Две черные кариатиды поддерживали массивный балкон. Только теперь, взявшись за кольцо двери, он понял, как нужен был ему Гейнсборо. Человек, с которым они иногда ссорились, вспыльчивый и импульсивный, но открытый всегда для настоящего. Ведь их только двое великих художников Англии. Сэра Джошуа проводили к больному. Мэри была неотлучна у постели отца. Гейнсборо приподнялся навстречу президенту. Оба знали, что эта встреча последняя. Высокий, прямой уже седой Рейнольдс внимательно склонился к лицу Гейнсборо. Над постелью больного висела картина, написанная в Ипсвиче. Дочери Томаса, Мэри и Маргарет детьми в лесу ловят бабочку. Желтый свет заполнял постепенно комнату. Это август, последний месяц лета. Рельнольдса провели в мастерскую. Там было прибрано. Большой холст-лесник, застегнутый грозой, стоял на мольберте, впитывая свет. Рельнольдс заметил кусочки цветного стекла, камни и палки с комочками мха на полу. Желтый свет стал густеть. Гейнсборо попросил достать смотровой ящик и зажечь в нем свечи. Мэри показала сэру Джошуа прозрачные пейзажи отца на стекле. В увеличении линзы просеянный свет зажженных свечей вспыхнул перед глазами Джошуа Рельнольдса широкими, горящими пейзажами Гейнсборо в теплых и золотистых тонах. Просмотр окончен, погашен огонь. За окном непонятное, ощущение «гроза будет» сменяется на ощущение «после грозы без дождя». Флажок флюгера башни застыл. Слуги снова несут носилки вокруг сквера. В комнате стало светлеть. «Теперь, сэр Джошуа, вы видите, что я тоже люблю золотистую гамму?» Гейнсборо было тяжело говорить. «Я снова возвращаюсь в детство, к цветным стеклышкам, зеркалам и зайчикам. Я чувствую такую нежность к моим ранним голландским пейзажам». Рейнольдс понял, что Гейнсборо просит простить его за то, что он написал «Голубого мальчика», за то, что он вышел победителем в негласном споре между ними, который невольно возник, когда он президент. Провозгласил в своей академической речи, что основой картины может быть только теплый тон, телесный, коричневый, красный, что холодные, голубые, зеленые, серые, могут быть только аккомпанементом, оттеняющим основное звучание теплых. Гейнсборо доказал обратное своим голубым мальчикам, доказал достойно, как мастер, делом. Мало кто это понял тогда, только художник. Так думает Рейнольдс. Может быть, он и не знает, что Гейнсборо и не собирался с ним спорить. Что голубая сюита началась с портрета племянника Эдварда, 12-летнего мальчика, который постоянно бывал у Томаса в мастерской и всегда в голубом. Что склонному к меланхолии Гейнсборо просто приглянулось голубое. И он написал его в голубом костюме. А в портрете Джонатана Буттала усовершенствовал этот костюм, добавив фандейковский воротник, плащ и шляпу с пером. Художников это тогда потрясло. Возбужденный Хаймен, вернувшись к себе в мастерскую, воскликнул. Гейнсборо написал необыкновенную картину «Голубой мальчик», так же прекрасно, как и Ван Дейк.
А он, сэр Джошуа, молчал. Он купил у Гейнсборо его картину из крестьянской жизни «Девочка со свиньями» и дал ему 100 гиней вместо 60. Но сегодня об этом не нужно. «Как ваши питомцы в академии?» – спросил Гейнсборо. Рельнац ответил одобрительным жестом. «А у меня всего лишь он один», – кивнул Гейнсборо на стройного юношу Дюпона, своего племянника. «Меня это заботит и угнетает сознание того, что только теперь я начал понимать себя и избавляться от многих просчетов. Моя лучшая вещь еще не написана». Рейнольдс уходил с гнетущим чувством потери и гордости за своего современника. Он потянулся ко мне, как человек, преследуемый той же погоней, и как человек, достойный своего доброго имени и сознающий свое превосходство. С этой мыслью он садился в карету. Через 3 дня Гейнсборо умер. В последний путь его провожали родные и близкие. Был Рейнольдс, Шеридан, Томас Линдли, художники и друзья. Среди приглашенных на похороны был и господин Джонатан Бутто. В одном из музеев Калифорнии в Сан-Марино хранится шедевр английского живописца Томаса Гейнсборо. Портрет Джонатана Буттала, известный всему миру как «Голубой мальчик». На фоне тревожного неба на земле стоит юноша в атласном костюме. В сумрачном воздухе вечера он является вам среди трав и камней, как озаренное странным светом видение, как голубое сияние, зыбкое и блистательное. Он стоит твердо и в любую минуту готов взмахнуть шляпой и побежать, вскочить на коня и умчаться. Мимолетный, рассеянный свет морщит складки камзола. Он сосредоточен как будто на вас, и в то же время глаза его смотрят скорее в себя или дальше, куда-то вперед, минуя вас за деревья, за дождь, за горизонт. Мальчишеское озорство и грация, таинство и чистота. Сын торговца железными и скобяными товарами с Греческой улицы в Лондоне.